Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 14 декабря, сообщается на сайте Кремля. Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента начала прием заявок на участие в пресс-конференции еще в конце ноября. О результатах аккредитации, а также о порядке прохода и работы аккредитованных представителей средств массовой информации уведомления были направлены до 8 декабря. Так, ТУВУ на встрече с главой государства представят корреспонденты трех средств массовой информации – «Еженедельника плюс информ» Альмира Синди, телекомпанию «ТУВА-24» Роланда Казачакова и ГТРК ТВА представит Александр Кулар.